как работает бригада аркретчиков на объекте и кто что выполняет. Сейчас посмотрим при работе на шнековом растворонасосе крат 8. Вот идет работа, сейчас посмотрим, кто и что делает. Вот внизу мы с вами видим три человека, на самом деле один это водитель миксера, оператор и помощник оператора. Работает вибросито, отсеивает крупный материал, следят за машиной, за потоком, так чтобы весь раствор подавался хорошо. Вот машина работает, все идет четко, нормально, замечательно. Итак, бригада наверху работает из четырех человек. Сопловщик, помощник сопловщика и два подсобника, которые у нас работают рукавами, обеспечивают нормально, чтобы рукав лежал, нигде переломов не было и шел и воздух. Вот, наносят в среднем сейчас 5 сантиметров где-то. Вот такая получается у нас работа и поверхность. Идем сейчас на средней производительности где-то 8 кубов, не на полную. Стараемся. Вот. Сегодня планирую, постараемся закрыть купол весь. Вот наверху подает, вот смотрим, раствор. Вибросито отбивает. Вот раствор уже там, как работает машинка, снег идет. Масло, сметанка такая. Ух. Это что, и такие камушки прилетают? Да, это вначале были. В этой машине камней много. Как машина? Много камней. Вчера машина было. Как качает? Машина отлично качает. Максим, а тебе как восьмерка? Отлично. Ну как мы это? Объем по полям загребает на самом деле. Много. Твое дело делает. Да. Работает. Только что камушек сделал.